Рюмочка муха, уникальный сувенир. 16 музейных высоченных объектов. Развитие музеев – это одно из наших тоже основных направлений. Мозг человека знают только двое – это Бог и Бехтерев. Владимир Михайлович Бехтерев родился вблизи Лабуги, и мы открыли единственный в России музей уездной медицины имени Бехтерева. Обязательно обрезаем, да, потому что, как показала практика, мы будем отдельно мыть для того, чтобы она висела, ну, либо стояла. Как называется это? Техника? Да. Кукла добрых вестей. Кукла колокольчик. Кукла добрых вестей? Да. У нас красиво. Завязан сначала на крепкий узел, потом уже в конце будем его красать. Потому что, когда будем завязывать платок, можно будет использовать другой. Так, рукава. Ну, то, что еще стараемся мы объяснить на занятиях и детям, и взрослым, сейчас всем нравится вот этот вид ремесла, потому что элементарную подставку и кашпо для цветов можно сделать без проблем. Так почему простой? Можно тут и косичку, и все сделать. Вот сейчас вот кончик мы зашьем. Зачем просто как бы дети. Вот это, кстати, соловейка, она сделана тоже из ивы. Под вашу мелодию, как вы хотите, уже мелодию, можно это вот именно из ивы, вот из этого материала сделано. Упс! Там до сколько это самое? Вот сейчас, да, только что пришла. Вот так, быстро втыкаем. Нет, вот кончиком сейчас вы сами, вот так, скрутили маты. Да, лучше оставить чуть больше сантиметра, потому что одна из полосок – это изнаночная сторона, и самая широкая полоса – это внизу. Что он там делает сейчас? Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».